шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. А где мой конь? Нет, где же он мог подеваться? Куда же он мог подеваться? Не мог же он сам скакать из дома? Он же не живой. Почему же он не мог? Очень даже мог. Все, мне нужны новые шахматы. Вот еще. Если ты каждый раз будешь терять свои фигуры, нам что теперь? Каждый раз новые шахматы покупать? Вот я ничего никогда не теряю. У меня все мои фломастеры на месте. Видишь? У меня ничего не потерялось. Наверное, моего коня кто-то украл. Какой-то воришка. Я придумал! Давай поиграем! Ты будешь вором, а я полицейским. Круто! А что же мне нужно делать? Ты должен стать настоящим воришкой. Воришки всегда делают что-то тихое. И чтобы их никто не услышал. Так? Конечно, не так. Нужно на цыпочках. Сейчас покажу. Смотри. Теперь я. Теперь ты должен что-то украсть, что-то ценное. А я должен тебя поймать. Я буду в другой комнате, чтобы я не узнал, что ты украл. Надо переодеться. Я совсем забыл. Пойдем. Вот это другое дело. Ты воришка, а я полицейский. Ушел. Ой, что теперь скажет мама? Что за грохот тут у вас? Кто разрешал вам брать папин планшет? Ой, вы его разбили! И кто разбил его? Мам, это не я, это вор. Я был воришкой, и он у меня упал из рук. Нет, это мы вместе его разбили. Играли же. Мы только. И отвечать будем вместе. Ну все, пойдемте. Теперь я вас посажу под замок, как нарушители порядка. И они жили долго и счастливо. Ну все, спокойной ночи, ребят. Мам, а папа нас сильно будет ругать за планшет? Не переживай, мы его починим, и планшет будет снова как новенький. Спи. А к нам настоящий вор никакой не залезет? Нет, не залезет. Засыпайте давайте уже.